Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2018 годом. Желаю вам в новом году быть в окружении только положительных и доброжелательных людей, радоваться каждому дню и получать только положительные эмоции. В 2017 году наша команда проектов Оберлик Онлайн выросла до 80 тысяч человек, а также в нашей команде открыт самый высокий уровень по компании Фаберлик. Я уверен, что в следующем, 2018 году, наша команда станет еще больше, а результаты будут еще выше. С искренней верой в вас и ваш результат, национальный директор компании Фаберлик Николай Андрейко. Рада приветствовать вас, господа из Фаберлик Онлайн. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ну и вот царская семья вся, мы все присоединяемся к поздравлениям и желаем от всей души вам быть счастливыми, радостными, здоровыми, чтобы ваша вся семья всегда вас поддерживала, чтобы вы получали удовольствие от работы и были всегда на самой высокой ступеньке карьерной лестницы. С Новым годом! Всем привет, дорогие коллеги! С вами Оксана Найко, старший директор. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год принесет вам так много радости, чтобы она не помещалась в ваших сердцах. Так много денег, чтобы они не помещались в ваших кошельках. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты. Пусть не будет обид и разочарований, а только улыбки и вдохновения, величайшие достижения и самые высокие успехи в работе. Желаю вам счастья в личной жизни. С наступающим! Ура! Всем привет! С вами Анна Атама, серебряный директор. И я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю сказки и волшебства в предстоящем Новом году. Пусть все ваши желания обязательно исполнятся. Самые заветные, самые необычные, самые долгожданные. Пусть этот год обязательно принесет вам новые успехи и достижения. Новые радостные эмоции, счастье и любовь. Всех с наступающим! Привет, Фаберлик Онлайн из города Липецк. С вами Леся Владимирова, старший директор проекта. Близится 2018 год, и символ года – собака. А собака символизирует верность и преданность. Я желаю вам быть верными и преданными своему бизнесу, двигаться вперед и только вперед. Ура, коллеги! Всех с Новым годом! Дорогие коллеги, вам привет всем из Берлина, из Рождественской Германии. Я вас всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у вас свершались все ваши пожелания в Новом году, все новые статусы, которые вы себе запланировали, чтобы они сбывались, чтобы вы побольше путешествовали, познавали мир и достигали всего самого лучшего с Фаберлик Онлайн. У нас реально самый крутой, самый классный, самый дружный проект, который дает возможность всем и каждому зарабатывать столько, сколько он хочет, делать в жизни то, что он хочет. Я желаю вам всем большой дружной команды, чтобы ваши структуры росли, росли очень быстро, росли так, как вы сами того не ожидали даже, чтобы вам приходили только ключевые партнеры, которые готовы работать, готовы стартовать, открывать новые статусы, уровни, типа быстрых стартов. Я вас всех очень-очень всех люблю. Спасибо всем моим наставникам, всей моей команде и всем, всем, которые помогают и мне, и вам достигать лучшего. Всем пока-пока и счастья в Новом году. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы, Григорьева Таисия и Арсений, поздравляем вас с наступающим 2018 годом. Желаем вам, чтобы в новом 2018 году сбылись все ваши желания, исполнились все задуманные цели. Здоровья вам, счастья, успехов, мирного неба над головой, чтобы было дома все тепло и уютно, и всегда была хорошая погода на сердце и в ваших домах. С наступающим Новым годом! Здравствуй, наш дорогой интернет-проект Фаберлик Онлайн. С вами Александр и Ольга Дубяги. Привет! Новых планов и идей, новых радостных затей. Пусть подарит Новый год жизнь, где каждый день везет. Ура! Ура! С Новым годом! Добрый день, дорогие коллеги, с вами Карапина Виктория. В Новый год желаю вам жить на зависть всем богам,
куршевели иметь дачу, на Мальдивах дом в придачу, черную лишь есть и корку, соболя носить и норку, золотую вам карету я желаю купить к лету. Пусть все будет на отлично, на работе, в жизни личной, каждый день и каждый час позитив пусть прет у вас. С Новым годом, друзья! Всем привет! С вами Менщикова Ирина и Лебедева Татьяна. Всех поздравляем с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, удачи, любви! Самые главные достижения наших целей и покорение тех вершин, которые мы хотели, которые мы друг другу настроили в Новом году. Дорогие друзья, коллеги, от души поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Хочу пожелать вам ровной благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы в коллективе, семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть Новый год, следующий, будет самым звездным в вашей жизни. Пусть новогодняя ночь исполнит желания каждого из вас и подарит вам потрясающее, чудесное настроение. С любовью к вам, старший директор Пенина Ольга. Дорогие действующие и будущие консультанты компании «Faberlic», мы хотим от всего сердца поздравить вас с наступающим 2018 годом. Хотим поздравить всех, кто уже работает в компании «Faberlic», с вашими успехами, которых вы добились вот в 2017 году. С маленькими уровнями, с большими, у кого какие. Мы хотим поздравить вас с теми успехами, которые вы имеете, и хотим пожелать вам в будущем 2018 году еще больше успехов в нашей компании и еще больше везения. И все-таки давайте не будем с вами забывать, что чем мы больше трудимся, тем нам везет все больше и больше. С Новым годом! Всем привет! Меня зовут Шагина Ирина. Я директор компании «Faberlic». Уважаемые коллеги, поздравляю вас с новым 2018 годом. Хочу пожелать вам верной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого дохода и неизменной удачи. Я хочу пожелать вам, чтобы новогодняя ночь исполнила все ваши желания и подарила вам прекрасное настроение. С Новым годом! Всем привет! С вами Тарасевич Ольга и Екатерина Селивестрова, директора проекта «Faberlic Online», Минск, Беларусь. Коллеги, Новый год идет, примите поздравления, и пусть у вас будет целый год отличным настроением. Пусть непременно вам везет, судьба пусть улыбается, удача в руки к вам плывет, и все мечты сбываются. С Новым годом! Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Уверена, что 2017 год был для вас очень хорошим. Наверняка у вас были крутые продажи, правда ведь? А ожидания в 2018 году еще круче. На самом деле у вас будет еще больше продаж с нашими новинками от компании, с нашими возможностями от компании. Но все это вы узнаете в 2018 году. А, кстати, вы не забудьте, что мы с вами в августе встречаемся в Турции. Да-да, именно в Турции. И вы можете туда поехать. Если у вас есть такое желание встретиться с нами и рассказать о своих возможностях, о своих планах, о своих мечтах, если вы хотите отдохнуть вместе со своей семьей, узнайте условия у своих наставников. А я вам желаю в этом году огромного потенциала, огромных возможностей, прекрасных людей, дружелюбных людей, добрых, потому что этот год собаки действительно таким будет. И с Кавказа, с юга России я желаю вам кавказского долголетия. С вами была Валентина Щенникова, старший директор компании «Faberlic». Дорогие друзья, поздравляю вас всех с Новым годом! С вами сегодня я, Валентина Афанасьевна, старший директор интернет-проекта «Faberlic Online», команда «Достижения». Пусть в наступающем году приложится отлично, большие денежки к труду и счастье в жизни личной, здоровье к телу, свет в душе, что жизнью насладиться. Пусть даже то, что есть уже, приятно повторится. И пусть сбудутся все ваши желания и мечты. С Новым годом!
Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Желаю вам в новом году исполнить все ваши желания, мечты. Пусть ваша цель станет ближе, верить в волшебство, поверить в себя, чтобы в ваших семьях всегда был мир и уют. С наилучшими пожеланиями, старший директор Татьяна Андреева. Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононов Антон и Кононова Анна. И в этом видео мы бы хотели поздравить всех вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. И, конечно же, самое главное, желаем вам верить в себя, в проект, в компанию Faberlic, чтобы в вашей жизни все получалось. И от себя, как от женщины, я, конечно же, пожелаю вам здоровья, верности, любви, успехов, счастья, доброты, чтобы у вас все получалось, и прям, чтобы ваша дорога всегда была ровной. Если вы позитивны, вам покорятся любые дороги. Всем пока-пока! Удачного вам Нового года!